Дымовые шашки и драки с полицией. Вместо аплодисментов на Украине националисты сорвали концерт Потапа и Насти Каменских. Артисты должны были выступить в одном из концертных залов города Хмельницкий. Возле развлекательного комплекса начали собираться сотни сторонников радикальных движений правого сектора, свободы и автомайдана. Поначалу они вели себя спокойно, но ситуация обострилась за час до начала концерта. Националисты стали бросать яйца, дымовые шашки, драться с полицией и даже разлили кровь в фойе. Между пикетчиками и сотрудниками полиции произошли столкновения. Нескольким сотрудникам МВД пришлось обратиться даже за медицинской помощью из-за того, что им в лицо распылили слезоточивый газ. Владелец развлекательного центра шоу Насти Каменских и Потапа решил все-таки отменить и назвал акцию радикалов хорошо спланированной и проплаченной провокацией. После объявления об отмене концерта националисты разошлись не сразу.